25 августа состоялось первое заседание окружного молодежного парламента нового созыва. Практически сразу все члены команды включились в работу. Первая официальная поездка молодых парламентариев в Новую Трехгорку, где сейчас буквально бушует фестиваль мурал-арта «Urban Morphogenesis». Его энергетика настолько велика, что равнодушным остаться не может никто. Грандиозный проект, тут везде словно сказка. Потому что вот просто спальный район на наших глазах превращается в настоящий музей под открытым небом. Тут можно и гулять будет, и потом просто специально сюда приезжать, чтобы посмотреть на это произведение искусства. Потому что мне кажется, что люди должны уметь совмещать искусство с другими сферами своей жизни. И как раз Трехгорка – это пример, как это можно сделать. Короткую экскурсию по меняющемуся на глазах микрорайону проводит организатор граффити-фестиваля, президент Подмосковного фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрий Левочкин. Среди главных тем беседы – вопрос о том, чем молодежный парламент может поддержать грандиозный мурал-арт в Трехгорке. Молодые, перспективные ребята, молодежь, одним словом, как бы готовы помочь, готовы помогать, рвутся в бой, всегда рады такой помощи, поэтому только положительные эмоции. Ну, конечно, нам нужна помощь, даже просто смотреть за материалом, помощь именно как людей, которые могут помочь отнести краску, разгрузить художников каким-то там именно, скажем так, физической работы. Крупнейший в мире фестиваль мурал-арта в Новой Трехгорке. 30 поверхностей по 1000 квадратных метров каждая. 60 лучших граффитистов современности из России и Испании, Швейцарии и Америки, Китая, Австралии, Бельгии и Мексики, Англии, Японии и Канады. На весь август Одинцовский городской округ превратился, без преувеличения, в мекку уличных художников с мировым именем. В этом масштабном событии найти себя может каждый. Возможно, волонтерская работа вместе с художниками. Возможно, приглашать даже несовершеннолетних, но, к сожалению, не на высотные работы. Молодежный парламент будет активно помогать в организации данной деятельности. Международный фестиваль уличного искусства «Urban Morphogenesis» продлится до 31 августа и превратит когда-то обычный микрорайон в музей под открытым небом. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».